Здравствуйте, сегодня 19 июня 2021 года. Нахожусь на перекрестке Карачевского шоссе и улицы Васильевской. Вот Карачевское шоссе. Там улица Спивака. Электросвет от фирмы оптом, в розницу продают. Лампочки всякие, электроустановочные изделия. Это, значит, Карачевское шоссе. Это, по-моему, ветеринарная какая-то вот служба. Прививают тут вроде как кошек или лечат. Так, Карачевское шоссе. Что там? Это улица Васильевская. Тут, конечно, изменения произошли серьезные. Были дома такие, барачные, двухэтажные, советской постройки. Не знаю, не барачные. Не помню, какие тут дома стояли. В общем, они уже снесены довольно давно. И выстроена вот линия, торговый центр «Грин». Примерно то же самое, что и на Крамском шоссе. В той стороне, в том направлении находится Образцово, Звигинки, Нарышкино. Там виднеется, угадывается вот дома 2000-х годов, по-моему, постройки по улице Трудовых резервов. Улица Трудовых резервов, она идет как бы вдоль Орлика, и там у Зареченского поселка мостик такой есть интересный. В общем, хороший такой вид здесь, обзорчик. А там у нас даже элеватор, по-моему, на Ливенской виднеется, если не ошибаюсь. В той стороне центр города, улица Васильевская, она выходит. Она, кстати, в советское время называлась Карла Либкнехта. И выходит она к Посадской, на Тургеневский мост. Вот такой перекресточек. Сегодня, походу, жаркое, катаюсь на велосипеде. Всего вам доброго. С вами был Дмитрий из Орла.